Вероника Шувалова – волонтер Музея Победы. Добровольческой деятельностью занимается уже несколько лет. Поездки по России, помощь нуждающимся, участие в проведении городских праздников. О своей интересной жизни она увлеченно рассказывала старшеклассникам Лесногородской школы. Это, конечно же, дает позитивный настрой, это дает много знакомых, это катастрофически заряжает энергией. Ты просто уходишь оттуда каждый раз, готов петь, плясать, танцевать и радоваться, и обнимать весь мир. Бонусы при поступлении в вузы, возможность завести новых друзей, путешествовать, узнавать много нового. Это лишь малая часть того, что может дать волонтерская деятельность. Заинтересовать и привлечь в сообщество новых добровольцев – главная цель этой встречи. Показали ребятам новую грань жизни, жизни общественной, может быть, даже вне школы, вне рабочее время. Кто такие волонтеры? Чем они должны заниматься? Чем они могут заниматься? Для чего нужно волонтерское движение? Что это дает ребятам в процессе обучения? Делать добрые дела ученики Лесногородской школы уже привыкли, говорит директор. Высаживают деревья, помогают нуждающимся. Сложа руки, не сидели даже в самый сложный период пандемии. Конечно же, мы и с ветеранами работу большую проводили, и памятники тоже, да, с вами вместе. И где-то ремонтировали, где-то очищали. Хотя время действительно было дистанционки, карантина, и нам всем было очень тяжело. Безвозмездное, добровольное, общественно полезное. Волонтерское движение в Одинцовском округе насчитывает более 250 человек. Это люди всех возрастов и социальных групп. Здесь нет ограничений. Условие только одно – желание творить добро. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».